Мы получили видео первого полета нового дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. Он прошел в Казани, там на авиастроительном заводе его и модернизировали. Самолет поднялся на высоту в 1500 метров и 37 минут провел в воздухе. Все системы и экипаж отработали штатно, сообщили в КБ Туполева. В ходе модернизации на Ту-22 заменили 80% бортового оборудования. Теперь, по словам специалистов, он оснащен искусственным интеллектом. Я напомню, сейчас на вооружении ВКС более 100 его предшественников, ракетоносцев Ту-22М3, они активно работали в Сирии.